Всем привет, с вами я Юрий, и в этой серии я покажу, как построить портал в Россию. Или, ну, Москву, там, Россию, на Украину, я не знаю. Так, один флаг, рандомная точка. Так, белый, синий, красный. Берем красный. Раз, два, три, четыре. Белый, синий. Раз, два. Белый, раз, два. Потом также синий, раз, два, белый, раз, два. И вот это все соединяем. Дальше. Вот такой вот портал получается. Дальше. Что нам нужно сделать? Ставим наковальню. Так, ставим наковальню. Обязательно. Так, раз. Да черт! Ватер. И пишем водку. Зачем водку, я не знаю. Водка. Наверное, все ее любят так. Водка. Все, готово. Наковальню можно выбросить. Подход. Давайте я ее срублю. И выброшу в море. Да-да-да. Так, потом берем нашу водку и вот сюда кидаем. Ну, Q также нужно. Все, портал генерируется. И вот такая, как... Типа как такая же открывается, как ват. Тоже такой фшу-фшу. Вот так, такие звуки. Надо устанавливать мод, я просто вам показал, как он делается. Ну, если понравилось мое видео, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Юра, и всем пока-пока.